Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Автомобили в России дорожают бешеными темпами, а власти страны в следующем году планируют еще и повысить утилизационный сбор для автопроизводителей. Как сообщает газета «РУ», ставка может вырасти на 25-30%, причем на всю технику, включая специальную. Это неминуемо приведет к росту ее стоимости. Впрочем, окончательное решение пока не принято. Трасса 101. Усложнять теоретический экзамен на права МВД не собирается. Ранее в министерство поступило предложение увеличить число вопросов в тесте до 25. Соответственно, сейчас их там 20. Они разделены на 4 тематических блока. Вопросы для каждого блока подбираются в случайном порядке. Перестановка вопросов не допускается. На каждое задание дается от 2 до 5 вариантов ответа. Трасса 101. Основная подготовка автомобиля к зиме заключается в смене покрышек. Так поступают 90% российских автовладельцев, говорится в результатах опроса, проведенного порталом «Авто.ру». Покупка незамерзайки, доукомплектование машины щеткой и лопатой – это тоже наиболее популярные ответы. А вот реже всего автолюбители задумываются о замене щеток стеклоочистителя, проверке отопителя и диагностике основных систем, включая ходовую и тормозную. Трасса 101. Subaru запустила продажи спортивной версии Forester. Минимальная стоимость новинки – почти 3 миллиона рублей. Кроссовер комплектуется бензиновым 185-сильным мотором объемом 2,5 литра, который работает в паре с вариатором. Привод полный. Машина имеет внутренние и внешние отличия, но главное – наличие системы мониторинга состояния водителя. Она подаст сигналы, если заметит, что водитель устал или отвлекся от дороги. Трасса 101. Новый кроссовер от Geely Tugello появится в продаже в конце декабря. Машина названа так в честь водопада в Южноафриканской республике. Позиционируется она как представительница премиального сегмента, но с ценником ближе к бюджетному. Уж не знаю, бюджетно ли это 2,5 миллиона рублей. Таков ценник новинки. Оснащена она 2-литровым бензиновым турбированным мотором мощностью почти 240 лошадей. Трансмиссия – классический автомат. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.